Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Дима Талыбов, который недавно заселился с Катей Кузнецовой, понял, что у него нет к ней чувств и решил расстаться. Катя выбросила вещи Димы в бассейн, а он вытащил ее вещи из чемодана и разбросал по траве. Катя уверяет, что не даст Талыбову жизни на проекте. В паре Марины Африкантовой и Ромы Капаклы вновь недопонимание. Ребята выехали на свидание покататься на лодке и в итоге повздорили. Но у них ведь любовь, они не могут друг без друга, и поэтому ссора долго не продлилась. Никита Шелюков и Олеся Клочко опять вместе. Правда, Никита проговорился, что его любовь к Олесе угасла, но он надеется, что чувство появится снова. Он до сих пор не может забыть свою бывшую девушку. С ней у Никиты до проекта были отношения длиной в 8 лет. Майя Донцова сменила имидж, она вернулась к своему родному цвету волос. Саша Черно рассказала о тюремном прошлом своей мамы. Ее детство и подростковые годы были очень непростыми. В откровенном интервью Саша рассказала, что ее мама воровала деньги, украшения, автомобили, и она дважды отсидела в тюрьме за мошенничество. Функцию матери на себя пришлось брать бабушке Саши. Тата Блюменкранц показала фото своей дочери Беатрисы. Эта фотосессия была сделана, когда малышке было всего лишь 15 дней. Теперь девочка уже подросла. Также Тата шокировала общественность. Она сфотографировалась для обложки журнала во время интимного процесса – кормления грудью. Фанаты ее осудили и заявили, что не стоит подобное выставлять на показ. Бывшая участница телепроекта Таня Ахулкова открыла студию наращивания ресниц в Сочи. Она открыла салон пополам с подругой и вложила в него 800 тысяч рублей. «Деньги, — пишет Таня, — я накопила сама». Лиза Полыгалова опубликовала фото со встречи с друзьями Алисой Огородовой и Олегом Бурхановым. «Гениальному маму нужно держаться вместе», — пишет Лиза. Елена Степонина не закончила борьбу с раком, но она решила больше не откровенничать в интернете. Девушка удалила все посты о лечении и решила начать жизнь с чистого листа. В сети появилось небольшое рекламное видео Даши Пынзарь. Многие заметили, что в ролике, где сложно использовать Photoshop, она выглядит заметно крупнее, чем на обычных фотографиях в своем блоге. Ольгу Рапунцель и Диму Дмитренко поймали на очередном вранье. Ребята неоднократно говорили, что им приходится ездить исключительно на такси. Но они оказались не такими уж привередами. В сети появилось фото из маршрутки, которое застало брендов врасплох. Нелли Ермолаева поделилась радостью, ей дали роль корреспондента в фильме «Оракул. Игра в темную». Она будет сниматься вместе со Стивеном Балдуином, Маратом Башаровым, Алексеем Чадовым и другими. Многие отмечают, что Дмитрий Тарасов после расставания с Ольгой Бузовой выглядит по-настоящему счастливым. По снимкам с Настей Костенко видно, что он доволен жизнью и своими новыми отношениями. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.